Вашему вниманию представляется боевая машина поддержки танков БМПТ-72, обладающая уникальными техническими характеристиками, способная с максимальной эффективностью решать задачи обнаружения и поражения огневых средств, танкоопасной живой силы и малоразмерных целей противника. БМПТ-72 изготавливается с использованием шасси танков типа Т-72, выводимых из эксплуатации. Работы по переоборудованию могут выполняться на предприятиях заказчика с использованием модернизационных комплектов, поставляемых ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод». Отличительными особенностями БМПТ-72 является всеракурсная защита от средств поражения, высокоэффективные средства обнаружения целей, высокоавтоматизированная система управления огнем, высокоточное управляемое оружие со сверхзвуковыми ракетами, мощное автоматическое вооружение с большим боекомплектом. Вооружение БМПТ-72 состоит из комплекса автоматического вооружения, включающего две 30-мм автоматические пушки и спаренный с ними пулемет калибра 7,62 мм, обеспечивающих эффективное поражение легко бронированных целей и танкоопасной живой силы. Четыре сверхзвуковые управляемые ракеты, обеспечивающие поражение высокозащищенных целей во всем диапазоне дистанции стрельбы с вероятностью, близкой к 100%. Комплекс вооружения управляется дистанционно и размещается в вынесенной за пределы обитаемого отделения бронированной надстройки, что позволяет изменять его состав в зависимости от потребности заказчика, исключить загазованность обитаемого отделения пороховыми газами и улучшить комфортность работы экипажа. Комплекс вооружения БМПТ-72 обеспечивает эффективное поражение целей управляемыми ракетами с кумулятивной и фугасной боевой частью на дальности до 6000 метров, автоматическими пушками на дальности до 4000 метров, пулеметом на дальности до 1500 метров. Большие углы наведения вооружения по вертикали, возможность вращения башни без выхода вооружения за габариты машины обеспечивают эффективное применение БМПТ-72 в условиях плотной городской застройки в горной и лесистой местности. Постоянно готовые к открытию стрельбы на поражение автоматические пушки обеспечивают минимальное время реакции при изменяющейся боевой обстановке. Высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем обеспечивает на дальности 5000 метров днем и 3500 метров ночью наблюдение за местностью, обнаружение и распознавание целей как с места, так и сходу. Измерение дальности до цели при помощи встроенных в прицелы наводчика и командира лазерных дальномеров. Стабилизированное в двух плоскостях дистанционное наведение всех видов оружия, управление наведением на цели и пуск управляемых ракет комплекса управляемого вооружения. Управление комплексом вооружения дублировано. Командир обладает возможностью вести эффективный огонь из всего комплекса вооружения, размещенного в башне. Мощная всеракурсная защита, неуязвимая для большинства средств поражения, позволяет использовать БМПТ-72 в одних боевых порядках с танками и в условиях города, характеризующихся высокой насыщенностью противотанковыми средствами поражения ближнего боя. Защита управляемых ракет на пусковых установках обеспечивается специально бронированными экранами. Автоматизированная система постановки завесы защищает машину от противотанковых комплексов с лазерными целеуказателями и от артиллерийских систем с лазерными дальномерами. Специальное камуфлирующее окрашивание для боевых действий в городских условиях
обеспечивает снижение заметности БМПТ-72 на фоне урбанизированного пейзажа. По выбору заказчика БМПТ-72 может оснащаться силовыми установками мощностью 840 или 1000 лошадиных сил. При этом обеспечивается максимальная скорость по шоссе не менее 60 км в час и запас хода не менее 500 км. Для обеспечения командной управляемости на БМПТ-72 установлены цифровые радиосредства с режимами защищенной помехоустойчивой радиосвязи. По желанию заказчика на машине могут быть установлены средства связи импортного производства. Для обеспечения питания потребителей электроэнергии при неработающем основном двигателе на БМПТ-72 используется дизель-генераторная установка. По желанию заказчика ее мощность может варьироваться от 5 до 8 кВт. Созданный на платформе танка Т-72 с мощным высокоточным вооружением, большим боекомплектом, высокоэффективной всеракурсной защитой и современной системой управления, проект БМПТ-72 дает уникальную возможность продлить срок эксплуатации боевой техники, а также получить современное средство для укрепления бронетанковой составляющей сухопутных войск и средство для осуществления контртеррористических операций. Спасибо за внимание.